А это я в первом микрорайоне. Вот отсюда виден опять же собор. Вот. И здесь вот в этом доме живет мой одноклассник Женя. Вы его все хорошо знаете, писатель. Ну, к сожалению, Женя меня в гости не пригласил. Я звонил ему. Вот. И он сказал, что принять меня не может. Вот, сославшись на ситуацию в стране. Вот, ну здесь есть хоккейная коробка. А вот в соседнем дворе там очень даже очень такой хороший двор, большой. Там тоже спортивная площадка, детская площадка. Вот, дворы хорошие. Вот, единственное, и там не стоят. А вот здесь вот один все-таки автохамло есть. Вот, и он здесь вот припарковал свою колымагу. Остальные люди порядочные. В Чите много порядочных. В основном порядочные люди живут.